Олеся Железняк – российская актриса, заслужившая популярность публики благодаря фильму «Ландыш серебристый» и съемкам в сериалах «Сваты» и «Моя прекрасная няня». Семейная жизнь актрисы, в отличие от профессиональной карьеры, не столь разнообразна. Она вышла замуж еще в начале 2000-х годов за партнера по сцене Спартака Сумченко. Их брак считается одним из самых крепких в мире кинематографии, поэтому о нем мало упоминают на страницах журналов и газет. Первый сын по имени Савелий родился в 2004 году, а в 2006 году Олеся рожает девочку, которую впоследствии назовут Агафьей. На второго сына муж решился спустя долгий период их совместной жизни, и в 2011 году у пары появляется третий ребенок – сын Прохор. На этом Олеся решила не останавливаться, и уже через 2 года она рожает еще одного мальчика. Несмотря на обилие съемок, Железняк не забывает про свои семейные обязанности. Муж активно участвует в воспитании детей, а Олеся ухаживает за ними даже во время своих гастролей. В часы досуга Олесю не встретишь в ресторанах и на вечеринках. Пара предпочитает проводить время вместе в домашней обители. Отсутствие Олеси на странице социальных сетей и ее нежелание делиться с журналистами особенностями своей семейной жизни несколько отдаляет актрису от образа знаменитости. Сама Железняк признается, что работе она уделяет много времени, так как старается полюбить своего персонажа. Но семья не должна быть заложником данной ситуации. Она продолжает сниматься в кино и в популярных сериалах, радуя поклонников своей способностью играть забавных и одновременно эмоционально глубоких героев.